Люди Араты отличны от других людей. Люди, которых Бог отделил от других людей. Они стояли среди потопа после того, как потоп разбушевался. Это отрывок из древнейшего сказания о всемирном потопе, которое сохранилось в шумерских источниках. Здесь говорится о стране Арата как о месте спасения. Тот же сюжет приводится и в Библии, где эквивалентом Араты выступает Арарат. «И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Вода же усиливалась на земле 150 дней. Вода же постепенно возвращалась с земли. И стала убывать вода по окончании 150 дней. И остановился ковчег на горах Араратских». Араратские горы, страна Арарата, Араратское царство. Под этими названиями представляется в Библии Армения, страна спасения и возрождения человечества. При этом, если в книге Бытия о ней упоминается в историях о создании мира и всемирном потопе, то в остальных книгах Библии она упоминается в контексте событий, происходивших в 7-6 веках до рождения Христова. В Библии Армения под названием Арарат впервые упоминается в книге Бытия в истории о всемирном потопе. Затем об Араратской стране говорится в 3 библейских главах в связи с событиями, относящимися к 681 году до Рождества Христова, когда сыновья сирийского царя Синахириба убили своего отца и бежали в Арарат, Армению. А в 3-й раз об Армении упоминается в пророчестве Иеремии. В 590 году до Рождества Христова пророк Иеремия на помощь против неверного Вавилона призывает великие и могущественные государства Севера, среди которых Араратское царство. В клинописи Месопотамии было очень распространено чередование гласных «а-у». Именно поэтому топоним «Арарат» в ассирийских и вавилонских клинописях присутствует в варианте «Урарту». Протоформа топонима «Арарат-Арата» упоминается еще в шумерских источниках в связи с событиями 28-27 веков до Рождества Христова. «Арата» в шумерских источниках выступает точно в такой же роли, как и «Арарат» в Библии — место спасения человечества после потопа. «Арата» в шумерских источниках, «Урарту» в ассиро-вавилонских источниках и библейский «Арарат» — это древнейшие названия Армении. Письменных источниках различных народов. В середине 20 века в древнем поселении Кумран в Палестине были обнаружены самые ранние тексты библейских книг, которые также подтвердили, что Урарту — это измененный вариант Арарата, где произошло чередование гласных. В них топоним Арарат представлен промежуточной формой Урарат. Чередование гласных в формах «Арарат», «Урарат», «Урарту» стало очевидным.
Под названием Урарту Армения упоминается также на древнейшей карте мира, которая была создана в Вавилоне и датируется первой половиной первого тысячелетия до Рождества Христова. Оригинал карты хранится в Британском музее в Лондоне. This is the circle which represents the world. Это круг, в котором представлен мир. Это вода, окружающая мир. А эти кружки — древнейшие главные города в Ираке. В частности, это обозначение Урарту упоминается в вавилонской клинописи. В вавилонских, и особенно в ассирийских клинописных текстах, Армения упоминается под названием Урарту. Это находящееся к северу от Месопотамии важное царство под названием Урарту, с которым у Ассирии были разные отношения, в том числе и войны. Однако вавилоняне в этот период произносили его как Урашту, с несколько измененным произношением. Урашту — это вариант прочтения названия Урарту. Клинописными знаками оно пишется следующим образом. 1, 2, 3, 4. Урашту. Под названием Арарат Армения предстает и в Библии, и позднее в христианской литературе. В честь библейских гор Арарат армяне и сегодня с любовью называют свою родину Араратской страной. Однако в современной науке под названием Урарту подразумевают только одно из древнейших армянских царств, созданное у озера Ван в 9-7 веках до Рождества Христова и включающее в себя все армянское Нагорье, а также несколько прилегающих регионов. Столицей царства был Тушпа-Ван, в честь которой ученые часто называют его Ванским царством. Под названием Урарту Армения упоминается примерно за 50 лет до основания столицы Тушпа-Ван в 880-х годах до Рождества Христова, а также спустя несколько веков после падения Ванского царства, до 360-х годов до Рождества Христова, в надписях, сделанных на Вавилонском. Примером может служить известная бехистуанская надпись, в которой описываются события 520-х годов до Рождества Христова. В той части трехязычной надписи, которая была сделана на персидском, Армения называется Армина, на эламском — Харминуя. Оба названия являются формами названия Армения, а в вавилонской части используется название Урарту. Последний раз Армения упоминается под названием Урарту в надписях ахеменидского царя Артаксеркса II, который правил до 360 года до Рождества Христова. Фактически, Урарту, как древнее название Армении, использовалось в источниках древнего мира в течение 500 лет, с 880 по 360 годы до Рождества Христова. И только половина этого периода относится к эпохе Ванского царства. Однако, поскольку в современной науке принято называть Урарту именно Ванское царство, мы также будем использовать термины Урарту и урартийцы с хронологической точки зрения относительно Армении в период Ванского царства 9-7 веков до Рождества Христова. Всякое государство создается на определенной территории под воздействием внутренних и внешних факторов. Когда, на каких основах и на какой территории возникло Ванское царство или царство Арарат-Урарту? Начиная с позднего бронзового века, то есть с середины второго тысячелетия до Рождества Христова, начинают формироваться крупные государственные объединения, и Урартское государство является дальнейшим развитием этих государственных объединений. Вот если мы, например, возьмем ранний Железный век, период с 1200 по 900 годы до Рождества Христова, то во всем Армянском Нагорье превалирует единая культурная среда. В
такую древнюю эпоху, как второе тысячелетие до Рождества Христова, не было развитых средств коммуникации. И не было единого государства, которое объединило бы все армянское Нагорье. Таким образом, наличие единой культуры во всем Нагорье может объясняться родственными и духовными связями тех, кто создал эту культуру. В начале первого тысячелетия возникает Урартское государство. Естественно, оно должно было возникнуть в результате тех процессов, которые протекали именно во втором тысячелетии. И в этом смысле очень интересно, что та система населенных пунктов, которая появилась во втором тысячелетии, нашла свое отражение также и в Урартской системе. Это свидетельствует о том, что Урартская государственность на самом деле сформировалась в глубинах культур армянского Нагорья, бронзового и железного веков. В конце второго и начале первого тысячелетия до Рождества Христова нападения Ассирии на армянское Нагорье участились. Это побуждает княжество Нагорье объединиться против общего врага. На армянском Нагорье существовало три крупных объединения. Центральные и северо-восточные районы объединились вокруг Араратского региона, откуда и пошло название Арарат-Урарту. На северо-западе было княжество Дяухитайк, а на юге, вокруг озера Ван, все могущественнее становилось Наири, которое объединило южные районы Армении. Все они воспринимались Ассирией как одно и то же государство, и в клинописях часто их называли одним именем. С 13 по 9 века до Рождества Христова в ассирийских источниках армянское Нагорье выступает под общим названием Наири. Однако, начиная с 860-х годов до Рождества Христова, ассирийцы начали употреблять название Урарту для обозначения Нагорья на севере, что связано с возросшим могуществом царя Араратского региона Арама. В дальнейшем, когда цари Тушпавана стали править на территории всего армянского Нагорья, их государство ассирийские летописцы также называли Урарту, потому что, как мы уже отмечали, родственные государственные образования Нагорья воспринимались Ассирией как одно и то же государство, и для их обозначения использовали одно общее название. В ассирийских источниках 860-840-х годов до Рождества Христова Араме-Урартский упоминается три раза. Судя по фактам, он объединил большую часть Нагорья. Среди войн, которые он вел против Ассирии, достоин упоминания один эпизод, когда Араме, имея многочисленное войско, не оказывает сопротивления в Стольном Граде, а отступает в горы. В результате последующих действий ассирийский царь Салманасар III был вынужден вернуться обратно домой, и это показывает, что благодаря своеобразной тактике Араме добился победы. Майракхагакэ, ерги кентронакан хагакэ, тогнэл хакаракортин ев наханжэл. Оставить столицу, главный город страны, врагу и отступить, то есть осуществить стратегическое отступление, было таким новшеством, которое в дальнейшем в течение долгого времени военачальники не осмеливались использовать. А в военное искусство оно вошло только после того, как войска под командованием Михаила Кутузова отступили и сдали Москву, когда в военном искусстве был наглядно проиллюстрирован принцип, согласно которому важна не столица, важны не земли, а важна армия, которая сможет отвоевать потерянные земли. Часть исследователей отождествляют Араме Урартского с правившим в Араратской долине Айкским Арамом, упоминаемым историком V века отцом армянской историографии Мавсесом Харинаци. Он героически противостоял и выдворил ассирийские войска из своей страны. Есть также исследователи, считающие, что у Мавсеса Харинаци объединены несколько царей, правивших в III-I тысячелетиях до Рождества Христова, чье имя было Арам, в том числе Араме-Урартский.
Будучи трудолюбивым человеком и патриотом, он предпочитал умереть за родину, чем видеть, как чужие племена нарушают границы его родины. По завершении битвы против пришедших с востока, Арам движется в направлении Ассирии, и там также находит одного из тех, кто вторгся на его родину. Звали его Баршам. Арам, вступив с ним в битву, заставляет его отступить через Кардук до Ассирийской степи. В 830-х годах до Рождества Христова начинается усиление Южного царства, Наирии, которое постепенно распространяет свою власть от бассейна озера Ван на все Нагорье. Поскольку ассирийские, вавилонские и древнееврейские летописцы знали Армению под общим названием Арарат-Урарту, они продолжили также называть набирающее силу Ванское царство или Наири. Правители Вана в своих надписях называют собственную страну Наири или Биайна. Наири было старым традиционным названием, а название Биайна связывается с названием Ван. Поскольку в клинописи нет звука «В», страна Вана называется Биайна. В 830-х годах до Рождества Христова Сартурий I основал на восточном берегу озера Ван столицу Тушпа-Ван. На возвышающейся над берегом озера огромной естественной скале он построил крепость с высокими стенами и мощными башнями, которой суждено было стать столицей не простого царства, а огромной державы. В ассирийских источниках Сардурий упоминается как царь Урарту, а в надписи об основании столицы он сам себя называет царем Наири. Надпись Сардурий, сына Лутипри, великого царя, могущественного царя, царя вселенной, царя Наири, нет которому равных, удивительный пастух, который не боится войны, царь, который подчиняет непокорных, Сардурий, сын Лутипри, царь царей, который обложил данью других царей. Так говорит Сардурий, сын Лутипри, я принес камни эти из города Алниуни, я воздвиг эту стену. В надписях об основании столицы Сардурий I представляется титулами ассирийских царей – великого царя, могущественного царя, царя вселенной, царя царей. Эти титулы он, вероятно, присвоил себе по праву победителя, благодаря победе, одержанной над Ассирией. Известно, что в 833 году до Рождества Христова его войска с успехом воевали против ассирийского царя Салманасара III на южных склонах армянского Тавра. В науке часто обсуждался вопрос, какова была изначально территория Ванского царства до основания столицы Тушпа-Ван. Исходя из схожести названий Арарат и Урарту, в свое время выдвигалась точка зрения, что изначально царство должно было занимать территорию Араратской долины. Однако в дальнейшем эта точка зрения была отвергнута, так как было очевидно, что правители Тушпа-Вана ходили в походы от озера Ван. И Минуа, а затем и Аргишти I завоевывали Араратскую долину. Ясно, что свою изначальную территорию они бы не стали завоевывать.
Другая точка зрения, которая сегодня является наиболее распространенной, связана с прилегающими к озеру Ван с востока и юго-востока регионами, так как здесь находились главные центры поклонения трем верховным богам государства – Ордини и Мусасир, Кумину и Тушпа. Последняя была также и столицей. Была выдвинута еще одна гипотеза, согласно которой изначальная территория царства могла находиться на юго-западе озера Ван, в районе гор Армянского Тавра. Культура Ванского царства, в особенности письменная культура, много унаследовала у набравшего могущество в XVI-XIII веках до Рождества Христова Метанийского царства. А основная территория Метании занимала юго-запад Армянского Нагорья и северную часть Месопотамии. Таким образом, именно из этих районов Ванское царство могло унаследовать ряд черт метанийской и государственности, и культуры, в том числе и школу клинописи. В данном случае становится ясным, почему Ванское царство рядом культурных черт связано с культурами Месопотамии и Малой Азии. Скорее всего, по причине того, что колыбель царства находилась на их перекрестке. После Сардурии I трон унаследовал его сын, царь Ишпуини, который царствовал примерно в 825-810 годах до Рождества Христова. Он инициировал ряд важных реформ, которые продолжились также и во времена царствования его сына Минуа. Исключительную роль сыграла религиозная реформа, а именно создание единого пантеона богов для всего государства, который был представлен в надписи, высеченной на скале, известной как «Дверь Мгера». Важную роль сыграло создание собственной клинописи. В результате военных реформ ополчение, сформированное из простого люда, было заменено на регулярную армию, состоящую из родов войск. Была создана сеть крепостей. Были проведены также и другие реформы, благодаря которым государство укрепилось и значительно расширило свои границы. Во время царствования Ишпуини к царству были присоединены страна Мана в районе озера Урмия, Ордини Мусасир, который был основным центром поклонения верховному богу Халди. Северная граница доходила до горного хребта Армянский Пар. После Ишпуини, во времена царствования Минуа, приблизительно 810-786 года до Рождества Христова, Ванское царство достигло большого могущества. Этому в большой степени способствовало экономическое развитие страны. В стране была создана ирригационная система. Самым значительным в этой сфере была постройка канала длиной 72 километра, который царь назвал в свою честь. Хотя в дальнейшем среди народа он был известен как канал Шамирама.
Минуа оставил множество надписей о постройке канала, 14 из которых дошли до наших дней. Величием бога Халки, Минуа, сын Ишпуини, построил этот канал. Название его — канал Минуа. Величием бога Халки, Минуа, царь могущественный, великий царь, царь страны Биайнили, правитель города Тушпы. Минуа говорит, если кто-то уничтожит эту надпись, сломает ее, если кто-то заставит кого-то сделать это, кто скажет «я построил этот канал», то пусть Халки, Тейшеба, Шивини и все боги уничтожат. Благодаря победным кампаниям Минуа большая часть армянского Нагорья объединяется в одно централизованное государство. И хотя государства на севере Армении не входят в состав Ванского царства, они принимают его господствующее влияние и обязуются платить ему дань. Во второй половине своего царствования Минуа устанавливает господство на территории много южнее озера Урмия и к западу от Евфрата. Он также контролирует главные дороги, идущие через горы Загра на восток и в Малую Азию. Минуа одержал победу над сверхдержавой Передней Азии – Ассирией и превратил Ванское царство в региональную державу. Правители Вана часто организовывали военно-спортивные мероприятия. В данной надписи царь Минуа увековечил исключительный рекорд, зафиксированный во время одного из подобных событий. Величие бога Халки, Минуа, сын Ишпуини, говорит, именно с этого места конь по имени Арциби под царем Минуа прыгнул 22 локтя. Локоть равен 51,8 сантиметра, то есть 22 локтя равны 11 метрам 39 сантиметрам. Рекорд, установленный конем Минуа Арциби, орел, продержался 28 веков до 1975 года. Арарат Урарту, сверхдержава Передней Азии. Во времена сына Минуа Аргишти I, 786-764 годы до Рождества Христова, Ванское царство достигло исключительных успехов. Его границы простирались от южных берегов озера Урмия до Джавахка включительно, от бассейна озера Сиван и реки Кура до Милитены и Табала, от гор Масиус и Кардука до реки Чорох. Аргишти I основал города-крепости. Самым знаменательным среди них был Эрибуни, основанный в 782 году до Рождества Христова, который в последующем стал столицей Республики Армения – Ереваном. Величием бога Халки Аргишти, сын Минуа, эту могущественную крепость построил. Установил ее имя Эрибуни для могущества страны Биайни и для устрашения вражеской страны. Земля была пустынной, могучие дела я тут совершил. Величием бога Халки, Аргишти, сын Минуа, царь могущественный, царь страны Биайни, правитель города Тушпы. Через 6 лет после основания Эрибуни царь основал новый город-крепость в Араратской долине – Аргишти-Хинили, по соседству с древней столицей Армавиром. Эти два города стали основным оплотом Аргишти I на севере государства. Аргишти I основал еще один город под названием Аргишти-Хинили в области Муш. Объединив
все армянское Нагорье и несколько прилегающих регионов в одно государство, Аргишский I направил основной вектор внешней политики против Ассирии, ведя борьбу за доминирование в Передней Азии. Характерно, что кроме войны, Аргишский I пытался решить задачу при помощи крупномасштабных геополитических шагов, в результате которых с Ассирией должно было быть покончено путем установления всесторонней блокады. С этой целью Аргишский I посредством завоеваний на западе Иранского Нагорья дошел до Вавилона. Таким образом, пути поставки сырья в Ассирию с востока были заблокированы, и она оказалась в блокаде с севера, востока и юга. После этого были предприняты шаги для блокирования Ассирии из запада. Эта политика была продолжена его сыном Сардури II. Есть много интересных фактов, связанных с внешней политикой Аргишти I в северном направлении. Известно, что самым северным регионом его царства был Джавахт, который упоминается в клинописной надписи под названием Забаха. Однако результаты археологических исследований приводят нас дальше на север. В частности, на Северном Кавказе была обнаружена усыпальница, и на шлеме военачальника, найденного там, было клинописью написано имя Аргишти I. И данная находка не была единственной. Похожие шлемы были найдены и в Абхазии, Осетии и Триолете по соседству с Джавахтом. Эти находки дают представление о рамках политического влияния и интересах Аргишти I в северном направлении, которые распространились севернее хребта Большого Кавказа. Фактически мы видим, что за время правления Аргишти I Ванское царство не только включило в свой состав все армянское Нагорье и завоевало ряд соседних стран, но в то же время сфера политических интересов Аргишти I простиралась от Северного Кавказа на севере до Персидского залива на юге. Во всемирной истории редко можно встретить случаи, когда какой-либо царь или военачальник признает силу своего противника, его могущество. Подобное редкое признание относится к периоду правления Аргишти I. Главнокомандующий ассирийскими войсками Шамшу-Илу, говоря об Аргишти, признает, что даже имя его страшно, как тяжелая буря. Наращивание могущества Ванского царства продолжается и во времена сына Аргишти I, Сардури II. 764-735 года до Рождества Христова. За время его правления Ванское государство имело самый большой территориальный рост. На севере его государство достигает Черного моря, включая в себя страну Кулха, Колхида. Северо-восточные границы доходят до реки Кура. Сардури II впервые упоминает в клинописных надписях об Арцахе под названием Уртехи. На востоке границы державы достигают Каспийского моря, а на западе – Малой Азии. Повторив победную кампанию отца, Сардури II вновь завоевывает Вавилон и укрепляет границу вплоть до Персидского залива. Отправился в поход Сардури, сын Аргишти. Сардури говорит: «Отправился в поход в страну Бабилу, Вавилон. Завоевал страну Бабилу. Дошел я до страны Баруата. Могуществом Халги, — говорит Сардури, — завоевал я три крепости, которые были укреплены. Завоевал в бою. Завоевал я 23 города за один день. Разрушил крепости, сжег города, захватил страну». Важную роль играла юго-западная политика царя, которая была связана со Средиземным морем. Сардури II удалось достичь исключительных успехов в этом направлении, чего не удавалось ни одному из его предшественников. Он захватил Дамасское царство, известное также под названием Руишани,
и установил контроль над восточным бассейном Средиземного моря. Оттуда он собирался двинуться через долину реки Евфрат до Вавилона, вследствие чего он мог полностью окружить Ассирию. Фактически, во время правления Минуа Ванское государство стало одной из самых могущественных держав Передней Азии, а в дни правления Аргишти I и Сардури II – единоличным лидером в регионе. Это продлилось дольше полувека. Сардури II создал государство, границы которого простирались между четырьмя морями. Однако планы Ванской державы по блокаде и уничтожению Ассирии не состоялись. В 743 году до Рождества Христова на территории современной Сирии ассирийскому царю Тиглат-Паласару III удалось остановить продвижение Сардури II на юг, что спасло Ассирию от полной блокады. А через 8 лет после этого, в 735 году, он предпринял поход на столицу Тушпаван. И хотя ему не удалось завоевать столицу, однако этим походом Ассирия восстановила свои прежние позиции, став вместе с Ванским государством одной из двух самых могущественных держав Передней Азии. В истории Армении больше воспет Аргишти I, чем последовавший за ним Сардури II, хотя последний завоевал еще большие территории. Этому есть два объяснения. Аргишти до самого конца остался непобедим, а Сардури в последний период своего правления имел ряд неудач и потерь. А вторая причина в том, что Аргишти I был основателем Эребуни Еревана, который сегодня является столицей для всех армян, разбросанных по всему миру. Противостояние между Ассирией и Арарат-Урарту достигло своего апогея во времена правления ассирийского царя Саргона II и правителя Вана Русы I. Войны между двумя странами велись с переменным успехом. Вначале победа сопутствовала Ванскому царству. В 714 году до Рождества Христова Саргон удачно воспользовался набегами воинственных кимерийских племен, вторгшихся в Ванское царство с севера. Подвергшись нападению с двух фронтов, Руса I потерпел неудачу. Некоторые потери Руса I понес, в частности, на южном направлении. Однако в последующие годы он и его наследник Аргишти II восстановили позиции государства в этом регионе. В 714 году до Рождества Христова, возвращаясь из похода, Саргон II разграбил главный храм Халди – Ардинимус-Асир. Согласно его же свидетельству, он вынес из храма золотые и серебряные статуи весом несколько тонн, драгоценные предметы, огромное количество металлического оружия. Примечательно, что в это время мы можем наблюдать поклонение царственным предкам в Армении. Саргон упоминает, что в Ардинимус-Асире рядом со статуями богов стояли статуи отца и деда Русы I, Аргишти I и Сардури II, которые были увенчаны знаком богов – звездой. Ванское царство оставалось одной из сильнейших держав Передней Азии и во времена правления преемников Русы I.
Аргишти II и Русы II. Однако международная обстановка изменилась. В конце 8 века до Рождества Христова в регионе появились новые силы. Иванское царство и Ассирия стали избегать конфликтов и начали искать точки соприкосновения. Ванские цари отказались от активной политики в южном направлении и стали уделять больше внимания восточному, западному и северному направлениям. Правление Аргишти II ознаменовалось походами, предпринятыми в восточном направлении, в результате которых он завоевал практически всю будущую Атропатену, по всей видимости, дойдя до Каспийского моря. Об этом свидетельствуют надписи, оставленные им на территории Атропатены, а также найденные в Гелане браслеты с выгравированными на них клинописными надписями. Знаменательными были годы правления сына Аргишти II, Русы II, приблизительно 680-650 года до Рождества Христова, которые некоторые исследователи считают периодом возрождения Урарту. Он добился успехов во внешней политике, дойдя на западе до центра Малой Азии и завоевав 5 стран. Русе II удалось установить дружественные и союзнические отношения с киммерийцами и поспособствовать, чтобы они перебрались на восток Малой Азии, на территорию будущей Каппадокии. Затем с территории Малой Азии Русе II удалось направить киммерийцев против Ассирии. Мез хасел эн асурестаниан арзанагрютюннер. До нас дошли ассирийские надписи, в которых ассирийский царь посредством своих жрецов обращается к верховному богу Ашшуру и с ужасом спрашивает, пойдут ли киммерийцы вместе с Русой против его страны. Фактически Руса переселил 50-летнего врага, сделал его союзником и оттуда, с территории Каппадокии, направил его против своего векового врага – Ассирии. Он обладал феноменальным дипломатическим даром. И если бы сегодня наследником Урарту была бы не маленькая Армения, а одна из могущественных держав, то, скорее всего, мы читали бы о Русе II во всех пособиях по истории дипломатии. Может, ему даже были бы посвящены главы. Руса II провел много строительных работ, среди которых была постройка города Тейшебаини, Кармил-Блур, на территории современного Еревана. Он был построен в честь бога войны и храбрости Тейшеба. Сын Аргишти II, Руса II, построил этот город. И для постройки этого города ему необходимо было огромное количество рабочей силы, рабов и средств. Его походы в направлении Камагены, на север, восток, позволили ему сконцентрировать огромное количество средств в царстве и построить самое прославленное творение Русы II – город Тейшебаини. Палеобиологический анализ останков, найденных за последние годы на раскопках Тейшебаини, показывает, что ДНК населения армянского Нагорья периода Ванского царства и современных армян полностью идентичны. Подобное соответствие было также обнаружено между современными армянами и населением армянского Нагорья более ранних периодов – 6-3 тысячелетий до Рождества Христова. Таким образом, результаты археологических и биологических исследований свидетельствуют о беспрерывности и превалировании армянских генов на территории армянского Нагорья в течение последних 5-6 тысяч лет. После Русы II Ванское царство постепенно стало слабеть. Последний из царей Вана, о датах правления которого существует точное упоминание, это его сын Сардурий III, о котором в ассирийских источниках говорится как о скромном царе. Об истории после правления Сардурия III до нас дошли только отрывочные сведения.
Ослаблению и падению Ванского царства способствовали также набеги скифских племен с севера. Точных данных о том, когда и как пало Ванское царство, нет. Местные клинописные надписи и надписи из Ассирии, которая тоже переживала упадок, не проливают свет на данный вопрос. А что касается единичных сведений в источниках Нововавилонского царства и в Библии, то неясно, относятся ли они к Ванскому царству или к последовавшему за ним другому армянскому государству, так как оба они выступают там под одинаковыми названиями – Урарту и Арарат. Что касается периода Нового Вавилонского царства, у нас нет достоверных сведений об Урарту, так как нам неизвестно, что произошло с Урарту после середины VII века до рождения Христа. А Нововавилонский период начинается с правления Набопаласар в 625 году до рождения Христа. Некоторые исследователи полагают, что Урарту пала в 640 году до рождения Христа, в то время как другие желают видеть продолжение и считают, что Урарту просуществовала до первой четверти VI века до рождения Христа. Среди многочисленных мнений касательно падения Ванского царства сегодня можно считать опровергнутым мнение о том, что царство просуществовало до 580-х годов до Рождества Христова. Продолжается обсуждение вопроса о том, могло ли государство перестать существовать приблизительно в 640 году до Рождества Христова в результате природного катаклизма. Несмотря на то, что эта точка зрения довольно примечательна, достаточных доказательств этому еще нет. Самой вероятной можно считать точку зрения, что Ванское царство должно было перестать существовать в 609 году до Рождества Христова или до этого, в период упадка Ассирии. Известно, что против Ассирии союз заключили три государства – Мидия, Вавилон, и к ним присоединилось новое армянское государство, которое возникло на территории между озером Ван и Евфратом, возглавляемое представителем старшей ветви Айказунов – Паруиром. По свидетельству отца армянской историографии Мавсеса Харинаци, Паруир принял участие во взятии Ниневии в 612 году до Рождества Христова, и взамен царь Мидии короновал его. В вавилонских хрониках подробно рассказывается об этом последнем роковом периоде ассирийской истории. После взятия Ниневии в течение 7 лет ассирийцы боролись за спасение своего государства. Они сосредоточились в городе Каркемиш на берегу Евфрата. С целью окружения и уничтожения Каркемиша в 609 году до Рождества Христова союзнические войска решили атаковать с двух сторон. С юга вдоль течения реки Евфрат двигалось Вавилонское войско, а Мидийское войско, войдя в Армению со стороны верхнего течения Евфрата, вместе с союзническим армянским войском атакует Каркемиш с севера, тем самым беря город в клещи. Когда мидийские войска подошли к озеру Ван в 609 году до Рождества Христова, то оно уже находилось под господством союзных им властей, то есть под господством новой династии Айказунов-Ервандидов. В 609 году до Рождества Христова Ванского государства уже не существовало, и произошла смена власти. Судя по археологическим находкам, смена власти в Ванском государстве и ее передача другой царской династии произошла без серьезных военных действий. Возможно, эта смена произошла в результате дворцового переворота. В пользу этой версии существует интересное фольклорное обоснование. Все знаменательные деяния ванских правителей обобщены в памяти армянского народа в едином собирательном образе, которым, как бы это удивительно и неожиданно ни казалось, является Шамирам. Например, Сардурий I построил столицу Тушпаван, в то время как Мавсес Харинаци это приписывает Шамирам, называя Ван Шамирамакерт.
Минуа строит огромный канал длиной 72 километра, оставив при этом большое количество надписей, в которых в частности говорится название его «Канал Минуа». Народ же, как бы назло этим надписям, называет канал «Ручьем Шамирам» или «Каналом Шамирам». На Ванской скале с одной стороны оставил огромные надписи Аргишти I, а с другой стороны Сардури II. Однако Мавсес Харинаци снова приписывает их Шамирам. Мавсес Харинаци также приписывает Шамирам все клинописные надписи, оставленные в Армении. А нам известно, что на армянском Нагорье широко пользовались клинописью только цари Ванского государства. Фактически все знаменательные деяния ванских правителей в народном фольклоре объединены в единый образ Шамирам. Этому есть свое объяснение. Однако в данном случае, с точки зрения интересующего нас вопроса о падении Ванского царства, примечательным является следующий факт. Шамирам в армянских легендах не превратилась в голубя и улетела на небо, как это происходит с Семирамидой в легендах Месопотамии и Греции, а будучи преследуемой собственным сыном и воинами, закончила свои дни на берегу озера Ван, превратившись в камень. Таким образом, память о гибели Шамирам, сохранившаяся в армянских легендах, также может быть свидетельством придворного переворота. Границы любого государства за всю его историю меняются. В начальный период, конечно же, эти границы бывают довольно скромными, как при Сардури I. Однако во времена Ишпуини и Минуа они расширились. А во время царствования Аргишти I и Сардури II государство достигло своих крупнейших размеров. После этого царство вернулось к своим основным границам, которые сохранялись в течение более чем 100 лет и достались в наследство последующим армянским царствам. Представление об основных границах Ванского царства можно получить при помощи сопоставления карт, построенных ванскими правителями крепостей и оставленных ими надписей. Это та самая территория, на которой свою историю творили последующие армянские царства, и которая в XIX веке справедливо была названа европейскими географами Армянским Нагорьем. Самые северные клинописные надписи царства были обнаружены у красивого озера, которое в армянских источниках известно как Маленькое море Севера, а сегодня называется Чилдыр. Однако в царских клинописных надписях упоминаются территории, находящиеся дальше к северу. Армянский Джавахк, который сейчас находится в составе Грузии, и Кулха, в античных источниках Колхида, на юго-востоке Черного моря. На северо-западе главным оплотом государства была крепость Алтын-Тепе, расположенная у Ерзенки, чье урартское название не сохранилось. Мы проводим здесь, в Алтын-Тепе, раскопки с 2003 года. Это второй этап раскопок. До этого, в 1959-68 годах, раскопки здесь проводил доктор, профессор Тахсин Озгюч. Он подвел итоги раскопок в своей двухтомной книге. Здесь была крепость, начиная еще с урартских времен. В результате проведенных местами раскопок, нами было установлено, что тут было поселение, начиная еще с бронзового века, а здесь
здесь, спереди, впервые раскопки проводим мы. И тут, в непосредственной близи от южной стены храма, мы натолкнулись на большой склад. Сейчас мы продолжаем раскопки здесь. И в этом году мы продолжили работы над канализационной системой, а также продолжаем работать над внешними стенами. Среди крепостей, достойных восхищения, особняком стоит Бердак, который сегодня оказался на островке в водохранилище. На армянском «бердак» означает «маленькая крепость». Турки, исказив название, называют ее «пертек». На высеченной в скале двери у крепости Балу на реке Арцани царь Минуа оставил надпись, в которой упоминает древнейшие названия этих территорий. Цупани, которая является армянской провинцией Цопк. Хузана, центр провинции Дерсим. Хазат, который был разрушен во время геноцида, осуществленного турками в 1937-38 годах в Дерсиме. Известный современному миру как Нагорный Карабах, Арцах, в клинописи Уртехи, упоминается как главная провинция царства на северо-востоке. Юго-восточные области Иванского царства сегодня находятся на территории Ирана. На территориях, простирающихся от Маку до озера Урмия, есть знаменательные урартские центры, самые известные из которых – Бастам, развалины которого примерно 50 лет назад были обнаружены вольфрамом Клайсом, нашедшим в этом районе множество древних поселений, в том числе развалины храма бога Халди. В Иране есть множество урартских надписей, которые были обнаружены недавно и которые представляют большую значимость. Эти исследования были упорядочены после Исламской революции. Мы провели археологические раскопки в некоторых провинциях областей Хой и Салмаст, и в результате нашли более 50 мест для раскопок, усыпальницы и так далее, часть которых мы только обнаруживаем. Таковы основные границы Иванского царства, которые соответствуют Армянскому Нагорью. А политическое влияние и интересы государства распространялись далеко за его пределы, достигая на севере Северного Кавказа, на юге Персидского залива, на западе центра Малой Азии. Будучи создана как конфедерация южных армянских государственных образований, Ванское царство сыграло важнейшую роль в истории армянской государственности. Постепенно прекратили свое существование зависимые царства и княжества, став административными единицами государства. Был создан устойчивый государственный аппарат с прочной многоступенчатой системой управления, принципы которой просуществовали более чем тысячелетие до падения царства Великой Армении в V веке нашей эры. Ванское царство было абсолютной монархией древневосточного типа. Власть возглавляющего государство царя была неограниченной и передавалась по наследству от отца к сыну. В его руках была сконцентрирована высшая власть в стране, право вершить суд, верховное главнокомандование войсками и так далее. Царь считался представителем верховного бога Халди на земле, и все свои деяния творил от его имени. В этом плане особого упоминания достойно одно из главнейших мероприятий в стране – коронование. Таковоро, Патмелов,
Ինչպես ինքը դարձավ արքա, ասում է հետևյալը. Царь, описывая, как он взошел на трон, рассказывает следующее. «Когда я сел на трон моего отца, Халди дал мне царскую власть». И в одном из текстов содержится следующее предложение. «И основал он для меня древо царствования». Таким образом, мы здесь видим, что царская власть тесно связана с поклонением древу, которое мы называем древом жизни, древом мира. Цари паштамунки хет, совробар аванменк кена цар, ашхара цар. Не случайно, что самый часто встречающийся мотив в искусстве ванского царства, который также и предстает в качестве узора, это древо жизни, за которым ухаживают два божественных существа. К счастью, сохранилось и до нас дошло описание обряда коронования ванского царства. При этом он детально описан в иностранном источнике – летописи ассирийского царя Саргона II. Того, кто должен унаследовать трон, отвозят вместе с золотом, серебром и прочими драгоценностями с сокровищами двора в Мусасир, чтобы предстать перед Халди. И он преподносит свои дары. Перед ним он приносит в жертву бесчисленное количество тучных быков и баранов. Организует пир для всего города. Перед Халди, своим верховным богом, его увенчивают царской короной. Ему вручают скипетр царя Урарту, а народ его восклицает имя нового царя. После коронования царь, новый царь, делает свои первые дела. Они тоже представляют интерес. В первую очередь он должен посадить сад. Это являлось символом того, что он должен заботиться о своей стране. И только во-вторых, он должен был начать поход против самого сильного из своих врагов. И третье, что он должен был сделать — строительство храма. В Ванском царстве при царе был совет старейшин, члены которого считались советниками царя. Об этом высшем совещательном органе есть упоминание еще со времен Арраты в 28-27 веках до Рождества Христова. Позднее этот орган получил название Ашхаражохов. Младшим представителям царской династии отводилась важная роль в управлении политической, экономической, военной и религиозно-культурной жизнью страны. С административной точки зрения государство делилось на крупные провинции, которые управлялись царскими наместниками. В завоеванных странах власть могли оставить прежнему царю, который обязывался платить дань и со своим войском участвовать в походах Ванского царства. В летописях упоминается ряд организаций и чинов – правитель, правитель провинции, пограничный наместник, верховный жрец, придворные, главный книжник, хранитель печати, казначей, человек счета, ответственный за посев, старший пастух, ловчий, пекарь и так далее. Большое число составляли чиновники и люди, обслуживавшие государственный аппарат. Например, в царском дворце, находящегося недалеко от Тушпы города Русахинили, было 5507 человек обслуживающего персонала, 119 из которых были писарями и подчинялись так называемому человеку счета. Интересные сведения сохранились о вооруженных силах Ванского царства. Еще во времена Ишпуини и Минуа началась замена отрядов ополчения регулярными профессиональными войсками. Ядром вооруженных сил была регулярная царская армия, которой во время войны присоединялись армии княжеств и войска союзных стран. Верховным главнокомандующим армией был царь. Во время войны ему помогали первый и второй главнокомандующие. Есть упоминания о полковниках, сотниках, пятидесятниках и десятниках. Армия состояла из пехоты, конницы и боевых колесниц.
Урартуи метага мшакутян, метага гортутян, ев размакан парки мюскаревурагуин. Еще одна важнейшая составляющая металлургической, металлообрабатывающей и военной славы Урарту была связана с боевыми колесницами и конницей. И эпизоды, которые изображены на бронзовых поясах и которые мы встречаем на щитах, колчанах и прочих изделиях из металла, показывают, насколько важную роль играли конницы и колесницы в армии Урарту. Армия была разделена на полки, состоящие из 3000 человек, которые, в свою очередь, делились на роты по 50 человек. Войны считались изъявлением воли богов, поэтому неудивительно, что существовал религиозный ритуал для военных походов. Поход начинался с молитвы в храме Халди, из большого празднества, во время которого царь объявлял цель и направление похода. Только после этого армия выходила в поход. Во время самого значительного расширения границ государства, в дни правления Сардури II, согласно хроникам Сардури, общая численность войск переваливала за 350 тысяч. Понятно, что сюда входили и войска завоеванных стран, и стран, которые обязаны были платить дань. Так же, как, к примеру, армия армянского императора первого века до Рождества Христова Тиграна Великого, из 300-тысячного войска которого только 100 тысяч было армянским. Воины были вооружены бронзовыми и железными мечами, кинжалами, копьями, пиками, топорами, булавами, пращами, луками и колчанами с 36 стрелами. Судя по артефактам, найденным во время раскопок, становится ясно, что воины Ванского царства носили нагрудники, обшитые бронзовыми пластинами, бронзовые конические шлемы и широкие бронзовые щиты. Примечательно, что во время походов Саргона II в 714 году до Рождества Христова только из прилегающей к храму Ардениму Сасира оружейной ассирийцы вынесли 305 тысяч мечей, 25 тысяч щитов, 1500 копий и так далее. Цари часто организовывали военные игры и состязания. Кроме упомянутого выше рекорда Минуа, примечательной является еще одна надпись, дошедшая до нас от Аргишти II. С этого самого места у леса Гилурани Аргишти, сын Русы, выпустил стрелу до сада и шпилини сына Бату на 950 локтей. В переводе на сегодняшние меры измерения – царь Аргишти метнул стрелу на 492 метра. Из ассирийских источников следует, что в армии Урарту использовали духовые инструменты и барабаны для воодушевления своих войск и устрашения противника. По свидетельству тех же источников, крепостная стража в Урарту пользовалась сигнальными кострами, оповещая друг друга о передвижениях вражеских войск. Война служила источником приобретения рабов для Ванского царства. Только за время правления Аргишти I и Сардури II из завоеванных стран было привезено более полумиллиона военнопленных рабов. Они в основном принимали участие в строительстве и восстановлении городов и крепостей, храмов, каналов и дорог. В древности, когда вера была также и образом жизни, роль религии в управлении государством была более чем важна. Пантеон богов Ванского царства был окончательно сформирован еще при царе Ишпуини и был зафиксирован на скале, называемой «Дверь Мгера». Из высеченных на скале клинописных надписей
Нам становится известно, что пантеон возглавляет высшая троица богов – Халди, отец богов, творец земли и неба, Тейшеба, бог войны, храбрости и града, и Шивини, бог солнца, центр поклонения которому находился в столице Тушпаван. Поклонялись также богам полей, гор, морей и другим божествам. Пантеон богов Ванского царства носил типичный индоевропейский характер. Он состоял из трех частей, с делением на верховные, главные и младшие божества. Пантеон состоял из 70 богов, 35 мужского пола и 35 женского пола, а также из около 30 божественных сил. Численное соответствие богов и богинь показывает, что в свое время в армянской действительности преобладала идея моногамной семьи. Всем богам в жертву приносили животных мужского пола – быков или баранов, а богиням – женского – коров или овец. Исключений не было. То есть каждому богу приносили жертву в соответствии с его полом. Отсюда становится понятным, почему сегодня армяне приносят в жертву только животных мужского пола. Сохраняется древняя традиция. В христианской Армении Святая Троица во главе с Богом Отцом воспринимается как божество мужского пола. Таким образом, приносятся в жертву только самцы. Характерно, что возглавляющий пантеон бог Халди, как и верховные боги многих других пантеонов, является и творцом, и защитником, и в то же время он несет наказание и разрушение. Таким же был и верховный бог последнего армянского пантеона накануне принятия христианства Рамаст. До нас дошли сведения о религиозных обрядах Арарат-Урарту. Особое значение имело празднество в день весеннего равноденствия в начале года, 22 марта, в котором нашла отражение вера в то, что как год начнется, таким он и будет. Первый месяц года назывался «Месяцем солнца». Первый день месяца солнца знаменовался приношением жертв всем богам, в надежде на то, что они будут благоволить в течение всего года. Количество жертв было установлено в надписи на двери Мгера. Во все времена представления людей о жизни и смерти находили свое отражение в ритуале похорон. В Ванском царстве было принято три ритуала похорон. Самым распространенным было простое погребение. Иногда встречались и случаи сожжения тел. Реже встречался ритуал расчленения тела, что в дальнейшем нашло свое отражение в зороастризме. Примечательно, что в пантеоне богов Ванского царства в надписи на двери Мгера упоминается о боге, у которого нет имени, и говорится о его связи между нашим и загробными мирами – бог, который переносит души. Во внутренней жизни царства Арарат-Урарту довольно большую роль играли ритуалы, связанные с земледелием и садоводством, среди которых особо подчеркивались ритуалы, связанные с возделыванием винограда. Ритуалы, сопровождавшие закладку новых строений, которые также сопровождались жертвоприношениями, связаны с древнейшими верованиями. Закладка основы города или крепости, или даже обычного дома, сопровождалась ритуальными обрядами и жертвоприношениями.
И с этой точки зрения интерес представляет надпись, найденная в Камир-Блуре, в которой есть упоминание, какую часть или части жертвенного животного кому надо было приносить в жертву. Была доля для жрецов, была доля, которая доставалась простым людям, а сердце должно было достаться царю. Практически все сферы жизни Ванского царства были насыщены религиозными элементами. С религией были также связаны культура и наука. Культура письменности царства Арарат-Урарту, как и у ряда государств Древнего Востока, была многоязычной и многографичной. Достаточно только отметить, что в государственных письменных документах использовались три языка, каждый с собственной системой письма. В письменных документах Ванского царства применялись три системы письма со своими языками. Надписи об основании столицы Тушпавана, из которых до нас дошли только шесть, Сардурий I сделал ассирийской и ассиро-вавилонской клинописью. Пришедший на смену его сын Ишпуини создал местную клинопись. И после этого ассирийская клинопись встречается в двуязычных надписях ванских царей. То есть она служит в качестве билингвального второго языка, как средство международного общения. Местную систему клинописи создал сын Сардурий I, царь Ишпуини. Отметим, что именно создал, поскольку это не было простой копией заимствованной клинописи Месопотамии. Она подверглась большим изменениям. Ասուրաբաբելական սեպագիրը բաղկացած էր այդ ժամանակաշրջանում մոտ 600 նշանից. Ассиро-Вавилонская клинопись в этот период состояла из 600 знаков, которые были многозначны, и в Ассирии грамотный человек должен был запомнить около 3000 слов и слогов, чтобы мог прочесть обычный текст. Взяв эту довольно сложную и запутанную систему, в Армении произвели реформу. Создали местную систему, взяв из 600 знаков менее 200, и почти убрали многозначность. Если в Ассирии человек должен был запомнить около 3000 слов и слогов, то у нас в Ванском царстве 200-300, приблизительно в 10 раз меньше. Заново созданная система письма была довольно гибкая и имела свою систему чисел. Сегодня найдены более 600 больших надписей, сделанных этой клинописной системой. А в целом насчитывается около 1350 археологических предметов, на которых имеются хоть и незначительные клинописные знаки. La documentazione scritta urartea è la più antica. Урартские надписи самые древние в этом большом регионе, не только на Армянском Нагорье, но и на северных границах Иранского плоскогорья, на северо-востоке Турции, в Кавказском регионе. Во всем этом горном районе человек впервые начинает писать клинописью на этой территории, в Армении. Особого внимания удостаивается язык клинописных надписей Иванского царства, который в научной литературе получил условное название «урартский», «биаинский», а когда-то и «халдейский». В нем передается очень маленький словарный запас. В более 600 надписях зафиксировано всего около 400 корней слов. Надписи носят трафаретный характер, а язык, будучи в использовании более 3 веков, не подвергается изменениям. Это означает, что он был не разговорным, а языком официального письма. Еще одна странность наблюдается в этом языке. С одной стороны, он родственен курицкому. С другой стороны, в нем большое количество армянских слов. Thank you.
родственность с хурицким языком может быть связана с царством Митани, усилившимся в XVI-XIII веках до Рождества Христова, одна из школ письменности которого могла остаться в качестве наследия Ванскому царству. А одним из основных языков письменности Митани был хурицкий. Урартский язык единственный, связанный с хурицким. На урартском разговаривали. Это засвидетельствовано в надписях конца 9, 8 и 7 веков до Рождества Христова. А исследование урартского языка помогает понять многое о ранних стадиях хурицкого, поскольку оба языка, как предполагается, отделились в конце 3-го тысячелетия и в начале 2-го тысячелетия до Рождества Христова. А большое количество исконно армянских слов в клинописном языке Ванского царства объясняется тем, что система письма использовалась армянами. Из трех систем письма, использующихся в Ванском царстве, местным является только урартско-бианьская иероглифа. Эта система состоит из примерно 300 иероглифов, которые писались по направлению справа налево и сверху вниз. Ключ к расшифровке иероглифов был найден в 1995 году. Сегодня расшифровано и прокомментировано около 20% системы письма. Это 60 знаков, первые результаты исследования которых показывают, что языком этой системы, языком иероглифов Ванского царства, был древнейший армянский. В свое время основной причиной того, что Урарту считалось не армянским государством, стало прочтение одной из трех систем письма, а именно местной клинописи, не на армянском. Насколько абсурдно определение этнической принадлежности государства по официальному письменному языку, можно показать на примере средневековой Европы, где официальным письменным языком всех государств являлась латынь. По этой логике все европейские государства должны были считаться государствами только одной национальности – латинян. Вопрос этнической характеристики царства Арарат-Урарту стал также предметом политических споров. Одно ясно – государство можно назвать именем того этноса, национальные интересы которого оно представляло. А государство Арарат-Урарту однозначно представляло интересы армянского этноса, который обеспечил единую власть не только на всей территории в период царствования этого государства, но и в последующие тысячелетия. К счастью, сохранился ряд сведений о научных достижениях царства Арарат-Урарту. Интересно, что в царстве использовались две арифметические системы – иероглифическая и клинописная. В иероглифической системе цифры обозначались точками, кружочками и условными знаками. Кстати, это армянская особенность. На всем Древнем Востоке цифры обозначались черточками или клинообразными линиями. Так это обстоит в египетских и хеталувийских системах иероглифов, в нашедших широкое применение клинописных системах всей Передней Азии. Только в армянских иероглифах цифры обозначаются точками и кружочками.
Применяемая в Ванском царстве вторая клинописная система позволяет написать любую цифру от 0,5 до бесконечности. Это знак половины. Поскольку система десятичная, то цифры от 1 до 9 единиц пишутся простыми знаками. Это знак 10. 12 пишется добавлением 2 единиц после 10, а 30 — тремя знаками 10. По тому же принципу писались цифры, состоящие из сотен и тысяч. Были специальные знаки для 100 и тысячи. Повторив 2 раза знак «тысяча», получали миллион. Еще раз добавив знак «тысяча», получали миллиард и так далее до бесконечности. Фактически без нуля можно было написать цифры от половины до бесконечности. То, что Армянское Нагорье было родиной астрономии, или одной из них, было показано еще в XIX веке такими европейскими учеными, как Олькот, Фламарион, Сварц, Маундер и другими. В их трудах было доказано, что названия созвездиям зодиака были даны в Армении в начале 3-го тысячелетия до Рождества Христова. Эта теория еще больше углубилась в середине 20 века, когда были обнаружены датируемые упомянутым временем обсерватория в Меццаморе, откуда наблюдалось созвездие Ориона, Айка, звездная карта Севсара, Черной горы и даже наскальные календари. Все это свидетельствует о том, что еще до Ванского царства в Армении уже были накоплены значительные астрономические знания. И не случайно, что в структуре государственного пантеона царства Арарат-Урарту нашел отражение солнечный календарь. Таким образом, пантеон имеет трехступенчатую структуру – верховные, главные и младшие божества. Пантеоном руководят 3 верховных бога и 3 верховные богини, среди которых выделяется один верховный бог – Верховный Создатель. То есть верховных божеств 7 по числу дней недели. Второй уровень состоит из 6 главных богов и стольких же богинь, общим числом 12, что соответствует количеству месяцев в году. И третий уровень младших божеств состоит из 26 богов и богинь общим числом 52. Это соответствует количеству недель в году. Есть еще одно интересное числовое совпадение. В пантеоне имеется 35 богов и 35 богинь, что идентично числу дней в месяцах древнеармянского, египетского, зороастрийского календарей. 30 дней плюс 5 дней дополнительного месяца. Астрономические сведения мы видим и на других артефактах Ванского царства, в частности на бронзовых поясах. Особого внимания заслуживает один маленький артефакт, который сейчас хранится в Государственном историческом музее Армении. Երկար ձգված կիսագնդի տեսք ունեցող կավե այս հետաքրքիր հուշարձանը բոլոր կողմերից պատված է սեպագրով. Этот длинный, имеющий форму вытянутой полусферы, глиняный памятник со всех сторон покрыт клинописью. И что характерно, по центральной оси проходит, повторяясь 7 раз, и диаграмма «Бог» или «Небо». И «Бог» и «Небо» в клинописи обозначены одним знаком. Семикратный повтор не случайен. Справа и слева от центральной оси есть по 7 строк, а на полусфере есть с двух сторон по 7 печатей. В нижней части имеется 12 строк, то есть перед нами складывается интересная картина. По 7 строк с двух сторон. Это могли быть 7 небесных светил.
а внизу 12 строк, которые могли быть связаны с представлениями о подземном мире. Это одна из дошедших до нас древнейших моделей Вселенной, если не самая древняя в мире. Без сомнения, исследования в будущем приведут к большим открытиям. Однако и сегодня есть интересные и привлекательные факты, которые нельзя обойти стороной. Исследователи видят большие тайны, зашифрованные цифровые коды в той же надписи на двери Мгера. Айт арцанагрюцян меч есть... В этой надписи я заметил, что мы имеем дело с законом математической ламбады, где действуют арифметическая прогрессия, гармоническая прогрессия и геометрическая прогрессия. И кроме всего этого, есть сочетание многих закономерностей формул цифровых систем в одной целой функции. Это исключительно и очень интересно. Например, есть малый Сарос. Это периодическая стадия солнечного затмения сроком в 54 года, то есть приблизительно в одном и том же месте, в один и тот же час. Солнечное затмение происходит раз в 54 года. В надписи на двери Мгера число принесенных в жертву быков трем верховным божествам — 27. Надпись повторяется два раза. Значит, мы имеем отношение два раза по 27. Получается 54. Только в шумерском периодическая стадия в 54 года подчеркивается, отмечается подходом два раза по 27. Тот же подход имеется в этой урартской надписи, и это есть в армянском эпосе «Храбрецы Сосуна». В Ванском царстве нам известно большое количество городов, крепостей, дворцов, храмов, высеченных в скалах святых мест, склепов и других построек. Главной характерной чертой архитектуры этого времени является сочетание доурартских армянских достижений в искусстве строительства с традициями Малой Азии и Месопотамии. На самой ранней стадии царства большое внимание уделено строительству крепостей. Сегодня на всей территории царства насчитываются около 300 больших и малых крепостей. О внешнем виде крепостей нам дают полное представление их многочисленные изображения в произведениях искусства царства Арарат-Урарту. Особого внимания заслуживает факт, что хотя география походов правителей Ванского царства была очень обширная, от Северного Кавказа до Персидского залива и от центра Иранского Нагорья до центра Малой Азии, крепости они строили только на территории Армянского Нагорья, только в родной стране. В центре городов-крепостей возвышалась могучая цитадель, окруженная двумя-тремя рядами стен. В цитадели обязательно были храм Верховного Бога, а также дворец правителя и казарма. Город, раскинутый вокруг цитадели, строился по специальному проекту, в результате чего в городе были прямые и параллельные улицы. One of the most characteristic features of Urartian architecture. Я думаю, что одной из очевидных особенностей урартской монументальной архитектуры является то, что она возникла и развивалась в горной местности, в горной стране. Скалы служили той основой, на которой строили урартский архитектор и строитель. Например, во многих случаях урартские крепости должны были располагаться на вершине горы, на очень узкой возвышенности. Таким образом, урартский архитектор должен был строить на очень маленьком участке, горизонтально возвышая и создавая монументальность. Он должен был построить фантастическое сооружение на очень маленьком участке, на склоне горы. Up to a great height, perhaps 16 meters or something of that kind, it would have been a very monumental structure, always placed on the very top of the mountain. Было важно упорядочивание культовых сооружений страны. Их можно разделить на две большие группы — храмы и высеченные в скалах двери Бога.
I suppose one of the outstanding features. Одна из самых характерных черт урартской архитектуры стала известна только за последние 40 лет. Я имею в виду стандартный урартский храм, который обычно посвящался культу бога Халди. Этот тип храма был достаточно интересным, так как почти везде он построен на самой высокой точке горы. Он должен был быть выше, чем дворец, так как это был дом бога. Этот храм был квадратной формы с прямыми углами. Стены были очень высокие, 3 метра 60 сантиметров, или что-то близкое к этому. Мы думаем, что это был храм в виде башни, которая устремлялась вверх, и максимальная высота которой достигала 16 метров. Это было очень монументальное сооружение, всегда находящееся на самой высокой точке горы. Исключительно интересным и важным памятником является главный храм Халди, который находился в ордене Мусасири. Он датируется 8 веком до Рождества Христова. Это памятник с уникальными архитектурными формами, известен благодаря барельефам из крепости царя Саргона II. У храма имеется высокий фронтон с двускатной крышей. Фронтон был увенчан акротерием. Он в форме древа жизни, что олицетворяет вечность божественной власти. Вполне вероятно, что получившая широкое распространение идея акротерия в греко-римском мире пришла именно из Урарту. И действительно, храм Ордени Мусасира с двускатной крышей и треугольным фронтоном является древнейшим в мире среди храмов, украшенных колоннами. И правы те исследователи, которые находят, что подобная конструкция могла перейти из царства Арарат-Урарту в Малую Азию, оттуда в Грецию, а затем в Рим, и распространиться по всему миру, развиваясь в качестве типа храма, который в науке называется периптер. Из дверей бога самая известная, конечно, дверь Мгера. Она и подобные ей сооружения в клинописях называются воротами Халди. Поэтому не случайно, что ряд исследователей в действительности отождествляли Халди и Митру Мигр Мгера. Не лишне по этому поводу вспомнить, что имя бога Халди, по всей вероятности, означало «просветляющий бог», «бог света», что полностью соответствует функциям Митры. Более того, исследования показывают, что митраизм проник в Римскую империю из Армении в начале нашей эры. А поклонение Мигру, Митре в Армении своими корнями связывается с богом Халди, или еще раньше с богом метанийского пантеона Митрой. Из высеченных в скале дверей бога древнейший является памятник Ашотакерта, находящийся на территории между озерами Ван и Урмия. Она известна в народе как «Дверь Ашота». Один старый местный житель, Курт, из ближайшей деревни, рассказал историю Ашотакерта, которая вкратце звучит следующим образом. У армян был могучий царь по имени Ашот, который сделал свою страну процветающей. Однако царь Ашот, огорченный поведением своего народа, заперся в скале, и эту скалу назвали «дверью Ашота». Почему царь Ашот обиделся и заперся в скале, спросите у армян. Он был их царем. Удивительно, что даже через 100 лет после геноцида и гонений армян курды из уст в уста передают историю армянского эпоса Амгере, который заперся в скале, удрученный миром. И эта скала была названа «Дверью Мгера». Нетрудно догадаться, что в устном народном творчестве, заменивший Мгера царь Ашот, собирательная память последнего на территории Армении Великого Царства, государства Багратуни, поскольку цари этого государства чаще всего носили имя Ашот, которое и было именем основателя государства.
Смотришь на эти памятники, называемые дверью Бога, и молча думаешь, сколько тысячелетий истории они связывают друг с другом. Бог Солнца Нигр Митра и герой эпоса Мгер, государство 9-7 веков до Рождества Христова, Арарат Урарту и царство 7-9 веков новой эры, Багратуни и, в конце концов, сегодня, через 100 лет после геноцида армян, свидетельство и память об исконных хозяевах страны. Помимо памятников архитектуры, в Арарат-Урарту обработка камня достигла высокого уровня развития и в области ваяния и изготовления предметов быта. Ценными образцами искусства являются каменные статуи. Особенно интересны изготовленные из разного типа камней печати, украшенные изображениями древа жизни, львов, колесниц и другими картинами. Из сравнительно мягких камней изготовлялись многочисленные предметы быта, различного типа и размера миски, трубы, пробойники, скрипки и другие инструменты. Обработка камня широко применялась и в металлургии. Часто из камня изготовлялись формы для плавления. Одним из важных проявлений искусства Ванского царства является фресковая живопись. Фресковой живописи Арарат-Урарту характерны мотивы и религиозного, и мирского характера. Ими украшали стены храмов, дворцов и других построек. Из сохранившихся остатков фресок ясно, что часто изображения на стенах имели единую кайму, состоящую из нескольких слоев. Это розетты, ступенчатые башни, святые древа с божественными существами и другие изображения. Могущество и военно-политические успехи государства во многом были обусловлены уровнем развития экономики. Ванское царство достигло больших успехов в деле развития сельского хозяйства и ремесел. Одним из важных достижений являлось создание сети оросительных каналов. Параллельно с процветанием садоводства, исключительные успехи также были отмечены и в виноделии, о чем свидетельствуют винные погреба, в которых кувшины имели объем в несколько тонн. А традиции виноделия в армянском Нагорье являются очень древними. Здесь, в Арыни, были найдены древнейшие на свете винодельня и погреб. В той же местности была обнаружена старейшая обувь в мире. И все это было за 5500 лет до нас. В горных и предгорных районах страны было развито скотоводство. Развивались ремесла и торговля. Процветала вся экономика. Подъему экономики значительно способствовала усиленная эксплуатация богатых месторождений металла в стране и широкое использование металлических инструментов. Мы видим свидетельство высокого развития обработки металла в Ванском царстве. В особенности в оружейном деле. Обнаружены разнообразные щиты, шлемы, мечи, кинжалы, копья, кольчуги, топоры, булавы и другие виды оружия. Интересно, что эти виды оружия точно соответствуют многим изображениям воинов Арарат-Урарту, которые есть и на ассирийских барельефах, и на барельефах Ванского царства. И
Исключительного совершенства достигла художественная обработка металла. До нас дошли украшения из золота, серебра и различных дорогих камней, совершенство которых вызывает удивление и восхищение у современных искуснейших мастеров. На медальонах, дошедших до нас со времен Ванского царства, в основном встречаются изображения культового характера. Любопытно то обстоятельство, что на двух серебряных медальонах, найденных в Кармир-Блуре, голова бога выгравирована на золотом диске, прикрепленном к серебру. Это является одним из древнейших изображений нимба в истории мирового искусства, если не самым древним. На другом медальоне, который ныне хранится в музее Метрополитен в Нью-Йорке, бог Халди полностью изображен на золоте, припаянном к серебру. Уникальной была обработка металла в Урарту, и многие ученые, начиная с Лиман Хаупта и ряда выдающихся ученых XIX века, выражали мнение о том, что, например, этрусский металл возник под урартским воздействием, что урартское воздействие было огромным на Ахеменидскую империю, что урартские изделия из металла были обнаружены даже в далекой Украине. Это уже мнение Петровского. О развитии и объемах металлургии в Ванском царстве свидетельствует царь Ассирии Саргон II. Его войска в 714 году до Рождества Христова, во время уже упомянутого похода, разграбили Орденимус Ассир и взяли в качестве трофеев около 2 тонн золотых, 5 тонн серебряных и более 100 тонн медных и железных предметов. Обработка железа также имеет вековые традиции в Армении, несмотря на то, что во времена Ванского царства на большей части территории планеты Земля железо пока являлось неизвестным металлом. Известный английский археолог Гордон Чайлд еще в 1950-х годах высказывал удивление, что в Армении в начале второго тысячелетия до Рождества Христова открыли способ литья железа из руды, и около 500 лет держали это в секрете от всего мира. Сегодня к этим фактам прибавились и новые. Где был обнаружен центр обработки железа, этой важнейшей области металлургии? До сегодняшнего дня больше всего артефактов было обнаружено именно в Северной Армении. Древнейшая лошадиная узда, которая в результате довольно точного радиоуглеродного анализа датируется 24-23 веками до Рождества Христова, была обнаружена в одной царской усыпальнице поселения Неркин-Навер. Среди искусств высокого развития достигло также гончарное дело. Эти керамические сосуды, созданные с исключительным мастерством и несравненным качеством, являются также редкими произведениями искусства. Создавалось множество керамической посуды, которая имела разнообразное практическое значение. La céramique, c'est un indicateur. Гончарное производство является своеобразным индикатором. Оно является также и показателем технологического умения. Это показатель как культуры питания, так и художественного вкуса. Следовательно, для меня керамика — это хороший вектор. Для меня это прекрасный индикатор для понимания цивилизации. В конечном счете, понять цивилизацию Урарту означает понять, как организована эта империя, как она устроена экономически. В Ванском царстве высокого развития достигли также обработка дерева и гравировка на костях. О последнем свидетельствуют дошедшие до нас немногочисленные, но высокохудожественные произведения.
Правда, сохранилось меньше предметов из дерева, которые когда-то занимали большое место, особенно в производстве мебели. Об этом свидетельствуют также обнаруженные многочисленные бронзовые полые ножки, которые надевались на деревянные ножки мебели, придавая им прочность, художественный вид, а также имели культовое значение. Исследования позволяют прийти к выводу о том, что в древности мебель имела как практически бытовое значение, так и ритуальное. В древневосточной мебели большую группу составляют части мебели, концы которых имеют форму конечностей священных животных, что еще больше подчеркивает ритуально-культовое значение и функцию мебели. Урартское искусство богато как образцами, так и изображениями мебели с ножками в виде конечностей животных. Считаю необходимым выделить известный трон, который был обнаружен в Топрак-Кале или Русахинили. Он отреставрирован, украшен скульптурами грифонов и впереди имеет ножку в форме львиной лапы. В произведениях искусства Арарат-Урарту имеется множество ножек, отдельных частей трона в форме львиной лапы, копытообразные треножники, спинки, подсвечники и котлы. Привлекают взор бронзовые пояса и пластины, которые богаты ритуальными сценами с изображением тронов и жертвенных столов с ножками в виде лап животных. В древности цари и Месопотамии, и Армянского Нагорья в качестве знака своей божественности носили короны с рогами быка, что связано с поклонением в этих регионах верховному богу грозы, чьим священным животным символом являлся бык. В период Ванского царства, наряду с мебелью с ножками в форме бычьих копыт, появляются части мебели в форме лап льва, что связано с провозглашением Халди верховным богом царства. В Месопотамии были очень распространены образцы мебели разных видов, артефакты и изображения с копытообразными или бычьими ножками. В Египте с ножками в форме львиной лапы, а вот в Ванском царстве эти оба вида представлены в равной мере. Особого восхищения достойна культура быта царства Арарат-Урарту в целом. У современного человека вызывают глубокое чувство уважения и преклонения каменные умывальники, унитазы и дренажные системы 3000-летней давности. Это при том, что даже через 1-2 тысячелетия после падения Ванского царства во многих странах мира такая культура быта продолжала оставаться незнакомым явлением. Таково царство Арарат-Урарту со своей историей, культурой и религией, системой государственного управления и армией, архитектурными шедеврами и научными достижениями, пантеистическим пониманием возникновения мира и высокой культурой быта. Оно оставило неизгладимый след как в истории Армении, так и в истории всего древнего мира. Роль Урарту важна, и я думаю, также важна для Армении, так как является началом становления государственности. И не случайно, что границы Армении, армянского народа в средние века, почти соответствуют границам, которые были у Урартского царства в первом тысячелетии до Рождества Христова, то есть более чем за 1500 лет до этого.
Территория, занимаемая армянами, соответствовала основным границам Арарат-Урарту вплоть до 1915 года, до геноцида армян, осуществленного Турцией, в результате чего армяне исчезли с большей части армянского Нагорья, которое осталось в пределах турецкого государства. Цивилизация Урарту, взятая в целом, безусловно, крайне интересна и все еще требует большой работы, чтобы быть полностью понятной. Изучение Урарту сложно тем, что территория этой страны сегодня разделена между многими государствами и занята народами, говорящими на разных языках, и учеными, пишущими на разных языках. Очень трудно обобщить все исследования по Урарту. Урартоведению. Но на сегодняшний день мы понимаем, что это была одна из выдающихся больших культур Древней Передней Азии, которая стояла рядом с культурой Ассирии и обладала множеством крайне интересных и очень привлекательных аспектов. Арарат-Урарту было царством с красивыми созидательными традициями. Царством, в котором цари, поднимаясь на трон, в первую очередь сажали сады, устрашали врагов и строили храм. There are remarkable achievements in building fortifications, and what we learned from the inscriptions about their. Существуют значительные достижения в строительстве укреплений, о которых мы узнаем из клинописных надписей. Это работы, связанные со строительством каналов, искусственных озер, изменением ландшафта, в результате чего земли превращались в сады с плодовыми деревьями. Это значительный вклад в культурную историю человечества. Любопытные наблюдения о миссии Иванского царства в цивилизационном аспекте были сделаны еще исследователями конца XIX и первой половины XX веков Михаилом Никольским и Николаем Аддонцем. Они отмечают, что какими бы ни были достоинства ассирийской цивилизации, нельзя забывать, что Ассирия была лишена сознания ценностей человека. Правители Ассирии с мифологической безжалостностью гордились сожжением живьем десятков тысяч людей на кострах, резней, сооружением пирамид из отрубленных голов и другими бесчеловечными поступками, которые напрочь отсутствуют у правителей Арарат-Урарту. Они подчеркивают существенный контраст между ассирийским диким духом и более мягким и человечным духом Урарту. Акцентируют внимание на том, что Ванское царство оказало ценную услугу, сделав свой вклад в идеи гуманизма. И, наверное, есть большое мистическое значение в том, что государство, которое является носителем именно этих гуманистических идей, существует с древнейших времен до сегодняшнего дня. Оно есть на древнейшей в мире Вавилонской карте, оставаясь уникальной страной, противостоящей испытаниям времени. Есть одна любопытная вещь, когда вы смотрите сегодня на эту карту. Отмеченные территории — это либо древние города, либо территории, на которых жили племена, важные племена, или же это страны мира того времени. Племена, которые отмечены на карте, исчезли навсегда, а места, которые перечислены и взяты в кружок писарем, все разрушены на сегодняшний день. Их царства исчезли, время их существования завершилось. Но Урарту, которое было царством Армении, существует по сей день. И я думаю, что здесь есть одна замечательная вещь, о которой нужно думать, когда вы смотрите на эту древнейшую карту. Арарата, Арарат, Урарту, Армения. История этой страны начинается со времен сотворения мира и продолжается сегодня.
Она во многих древнейших письменных памятниках упоминается как Эдем, райская страна, страна мудрости и бессмертия, как место возрождения человечества после всемирного потопа. Царства создаются и рушатся, но священные ценности сохраняются, священные имена не исчезают. Царство Арарат-Урарту исчезло с исторической арены 27 веков назад, но живет страна, главным символом которой сегодня является ее высочайшая гора. И гора эта носит священное имя, дошедшее до нас сквозь тысячелетия — Арарат.